Аварии на скорости 100 км в час на стоянке у торгового центра. Оказывается, такие бывают. Стоянка у торгового центра «Атолл» в Кстове пользуется славой нелегальной площадки для дрифта. Но дрифтуют там по ночам, когда никого нет. А в данном случае некий молодой человек на скорости под сотню километров в час решил на эту стоянку залететь. Он ехал по главной дороге, я должен был его, в принципе, пропустить, но я уже переехал дорогу, и, то есть уже был на своей полосе. Там человек на большой скорости ехал, где-то километров 100, наверное. Иномарка перевернулась, а «Лада» отлетела от удара. Стекла все по асфальту, много людей прибежало на помощь, пытаясь помочь. Водителю иномарки помогали вылезти, так как машина перевернулась, и ему сложно было. Какие повреждения у автомобиля? Тотал. Оба. Он очень быстро ехал, ему вопрос задавали, он говорит, типа, я 80 ехал. Типа, говорит, ты виноват. Типа, он говорит, типа, давай решать так будем. Через суд, говорит, типа, нет смысла решать. Я говорю, решай через суд. Вот это главная дорога была. Остальные все второстепенные. То, что кто находится на этой главной дороге, это, она так должна являться. А те все выезды с парковок. То есть все должны вступать. Нарушили, в принципе, оба. Вот. У него скоростной режим очень большой был. А я должен был до конца его пропустить. Вот. Но я-то уже, в принципе, не на его полосе, то есть его как-то там задел или еще что. Я уже проехал на свою полосу, и столкновение произошло там.